Многие жители городского округа Сергиев Посад обнаружили в квитанциях за август месяц строчку электроснабжения. Данная строчка появилась в соответствии с договором, заключенным между МОСУГУИРЦ и поставщиком электрической энергии АО «Мосэнергосбыт». МОСУГУИРЦ доводит до сведения, что расчеты за электроэнергию произведены в соответствии с нормами действующего законодательства, по утвержденным тарифам, по утвержденным нормативам, по фактическому расходу, если есть показания за август, или расчетным способом, если показаний нет. МОСУГУИРЦ не советует исключать из единого платежного документа плату за электроэнергию самостоятельно. Потому как, если вы оплатите сумму меньшую, чем сумма, которая предложена к оплате по единому платежному документу, то данная сумма будет распределена пропорционально начислениям по всем услугам, включенным в единый платежный документ. Таким образом, если вы оплатите сумму меньше, чем требуется, то задолженность станет по всем коммунальным услугам, которые включены в единый платежный документ. Для того, чтобы произвести корректные расчеты за электроэнергию, МОСУГУИРЦ просит граждан передавать показания приборов учета электроэнергии в период с 15 по 25 число. Передать показания вы можете через личный кабинет клиента на сайте как МОСУГУИРЦ, так и на сайте АО «Мосэнергосбыт».